Так что же случилось в школе, Грейс? Сестра Нейтири Саванин перестала ходить в школу. Ее злило, что вырубают лес. И однажды прибежала она и еще двое мальчиков, все раскрашенные. Они подожгли бульдозер. Решили, что я смогу их защитить. Солдаты догнали ребят у школы. Они убили Саванин прямо в дверях, на глазах у Нейтири. И остальных расстреляли. Большинство детей я вывела. И больше я их не видела. Мне очень жаль. Ученый всегда объективен. Мы не должны поддаваться эмоциям. Но я 10 лет своей жизни отдала этой школе. Меня называли Санук. Мама. Мама. Да, такую боль не оставишь в аватаре.